Воскресное утро в аэропорту Байкал – особый ажиотаж. Среди прочих пассажиров ждут чемпионку Европы Стальвиру Оршуш, для которой эта медаль – первая на международной арене. Девушка 2 месяца не была дома. Готовилась к первенству вместе со своим тренером в Финляндии. Оттого, признается честно, приятно вдвойне. Ну, очень здорово, приятно. Я всегда знала, что у нас на родине все друг друга поддерживают. И это всегда... Мне всегда это нравилось, потому что на примере других девушек, как бы Ирины Лагоновой, Любы Волосовой, я видела, росла, как их встречают, как чествовали, как они тоже добивались, стремились к этому. И... Получается, вот сейчас моя пора настала добиваться. Мало кто знает, что 25-летняя борица перед стартом чемпионата вывихнула плечо. Но благодаря докторам сборной на волевых дошла до решающей стадии. В полуфинале ей противостояла опытная призерка первых европейских игр полячка Катаржина Кравчик. За полминуты до конца поединка счет стал 6-5 в пользу бурятской спортсменки. И Стальвира смогла додержать преимущество. Дальше финал, где ее ждала двукратная чемпионка мира Ванесса Каладинская из Беларуси. Поединок проходил под диктовку Оршуш. И за 2,5 минуты до конца бурятской борице удалось уложить именитую соперницу на лопатки и досрочно завершить поединок. Мне лично посчастливилось присутствовать на всех ее схватках. Я на самом деле очень впечатлен. Предварительные схватки 2-10-0. Это просто высший пилотаж. И умопомрачительный финал, которому аплодировал весь зал в Каспийске. Однако это были еще не все сюрпризы. Сегодня утром прилетела Ирина Лагонова, одна из самых опытных участниц. В ее активе уже были медали мира и Европы, в том числе и высшей пробы. Однако на этот раз, признается с горечью, к чемпионату подошла не в лучшей физической форме. Крайне изнурительным выдался полуфинальный поединок против Алены Колесник из Азербайджана, который закончился волевой победой 3-2. А после решающая схватка против прошлогодней победительницы соревнований болгарки Беляны Дудовой. Весь бой шла равная вязкая борьба, в которой удача, к сожалению, была не на стороне Ирины. 0-6 и европейское серебро для бурятской борицы. Сейчас уже довольна своим местом. Поначалу, конечно, расстроилась. Всем хочется золота, всем хочется быть первыми, но чуточку не хватило, что-то не дал, как-то борьба не пошла. Мы не расстраиваемся, главное, медаль есть, есть над чем работать, все у нас еще впереди. Сейчас у девушек будет восстановительный период, а затем новый цикл подготовки к стартам, главный из которых – Олимпиада в Токио в 2020 году. Никита Суханов, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.